Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Сегодня необычный день. Обязательно на любом зеркале нарисуйте всего одну цифру на удачу. В сегодняшнем видео вы все узнаете. Сегодняшний магический день. Он показывает чуйку его суть, а также демонстрирует то, что было наработано за предыдущий период. Энергетика этого периода спокойная, оказывающая положительный эффект на здоровье, на настроение, но необходимо уделять внимание знакам, которые посылают мироздание. Не рекомендуется чрезмерная активность, кроме того, постарайтесь избегать соблазнов. Чтобы ощутить благотворное влияние этих суток, понадобится сдержанность и благоразумие, и хорошая пора для магических обрядов и духовных практик. Символом суток сегодня является зеркало, которое и является его сутью. Этот день отражает ваш внутренний мир. Каждое событие несет сакральный смысл и демонстрирует желания и намерения, зачастую скрытые даже от вас самих. Окружающие, особенно случайные люди, становятся отражением вашего подсознания. К примеру, если в течение дня вы постоянно сталкиваетесь с эгоистичными людьми, стоит быть внимательнее к близким. Позитивные собеседники являются признаком того, что вы достигли гармонии. Энергетика в то времени ровная и чистая. День не принесет неприятностей, если вы с благодарностью отнесетесь к демонстрации созданных черт характера и примите то, что Вселенная хочет до вас донести. В целом, этот день будет пассивным. У вас не возникнет желания проявлять инициативу или посещать какие-либо мероприятия. Любых чрезмерно активных действий лучше избегать. Кроме того, в почете гибкость и умение быстро реагировать на изменившиеся обстоятельства. Не игнорируйте ситуации, когда реагировать на происходящее действительно необходимо. В случае возникновения срочных дел старайтесь решить их быстро и качественно. И будьте внимательны коллегам, друзьям, родственникам. Сегодня есть риск поссориться с кем-либо из-за необоснованных претензий. Не позволяйте темной стороне характера выбраться наружу. Спад лунной активности еще не особенно чувствуется, поэтому любой труд дается легко, но ощущение пассивности уже присутствует. Поэтому начало новых проектов может даться с трудом и не принести желаемого результата. Зато уже начатые дела будут идти в гору. Это отличное время, чтобы исправить совершенные ранее ошибки и внести коррективы в уже имеющиеся планы. Чтобы не поддаться соблазнам сегодняшнего дня, сохраняйте позитив и ищите везде плюсы даже в событиях, показавшихся вам негативными. Все, что связано со здоровьем, будь то плановые операции, поход к врачу на обследование или плановый осмотр, пройдет результативно и с максимальной пользой для вас. Это день отдыха, переработки энергии, накопленной ранее. Магия, которую вы творите сегодняшние сутки, должна быть направлена на изгнание чего-либо из вашей жизни, либо на привлечение удачи. При совершении обряда важную роль играет ваше намерение, поэтому не пытайтесь обмануть себя и Вселенную. Если вы не готовы, предположим, с чем-то проститься, с каким-либо аспектом вашей жизни, действия не принесут результата. К примеру, если вам не нравится ваша фигура, но вы хотите похудеть по просьбе кого-то, обряд будет бесполезен. Вот так, например, мы сегодня проводим практику от долгов и неудач. Вам понадобится просто две монеты. Зажгите в левой и в правой руке по одной монете в течение всего дня и три раза скажите: «Долги и неудачи убирайтесь прочь, от меня подальше в ночь. Место не занимайте, удачи и богатству его уступайте, вон уходите и назад не приходите». Говорим три раза. Далее оставляем ровно на сутки на окне, чтобы переночевали ночь, а на следующий день нужно выйти просто на улицу и разбросать эти монеты в разные стороны с такими словами: «Долги прочь от меня». Говорим на каждую монету, но бросить нужно в разные стороны. И уходите, возвращайтесь молча. Все. Вот такая практика достаточно быстро позволит вам избавиться от долгов. Также в этот день для того, чтобы привлечь удачу в свою жизнь, можно сделать следующее. На любом зеркале в течение всего дня нарисуйте цифру 9. Когда будете рисовать, то скажите такие слова: 9 – число силы и удачи, 9 раз принеси мне успех, желания свои исполняю и счастье в жизни обретаю. Говорим один раз и оставляем так цифру на сутки, через сутки просто стираем с благодарностью.